как нам парни пробуют. И сегодня мы решили заняться очень серьезным делом. Танцы на пилонах. Вот он пилон, не шест. Мы не скриптизеры, а спортсмены. Ясно, так, начинаем. Вот это рогатка. Раз, два, три. Женечка, ты чего? Не, ребят, все, я не вывезу. Это только, это базовый. Это все могут. Вчера сюда приходил одноногий, сделал. Очень клёво спустился, все видели, просто как бог. По социальной лестнице, да, Женя. Правая нога утюгом, стопа на себя. Что происходит? Куда? Ребята! И что я что делать? Я не могу так долго. Как сесть? Мать, не молчи! Вам будет удобнее, если вы еще немножко откроете животы и животом прижмётесь к пилону. Я сцепился. Пока что-то не помогает, я не понимаю. На мне разочаруются подписчики. Я же выгляжу просто как чемпион мира по пилону. Давай я подсажу. И на плечи вставай. На плечи? Да не плечи. Давай. А теперь опусти руки. Опусти руки! Женя, отпусти! Красиво сядь. Ой, смотри, получилось. Я, пожалуй, пока отвечаю, отдыхаю, сделаю рогатку. В идеале. Да. Это легко. Как пуль гору надо это сделать. А если я левой рукой не поймаю шею? Сука. Ну, пилон. Пилон, прости. Тебе, пожалуйста. Просто взять и так понизно. Ножки от пола. Просто... Саша, как будто не первый раз он уже здесь. Я с четвертого круга попробую разбежаться. Вот с третьего раза сейчас по полу. Можно попробовать? Ты коллайдер? Я все понял. Просто быстро сделай это. Есть. Перестал. Есть, серьезно, одобряешь вот эту? Есть. Да. Можно заказать такси в Луна-парк? Как на карусели?
стараться. Молодой человек, а вы можете побыстрее, пожалуйста? Ой, спасибо. Ну что, ребят, сегодня мы попробовали танцевать пол-дэнс. Экзотик пол-дэнс. Еще спортивные всякие штуки. Спасибо большое за это школе-студии танцев Fashion Fitness. Ну и Дашу поблагодарим. Даша, давайте Даша похлопаем. Ты прекрасно, ты похлопаешь. Потому что... Если у вас свободные руки. Короче... Я довольно важна.